как выглядит истерика Святослава, потому что он хочет вкусняшку. Скажу, какую. Позитку такую, только улитку. Но он уже одну съел, а больше одной. Все-таки это слишком много. Пусть подписчики знают, что ты не всегда идеальный ребенок. Что ты хочешь, сынок? Улитку. Ну так ты же уже одну съел. И вот наше спасение — это соска. Ее даешь и все. Ладно, идем. Куда идем, сынок? Пить что? Пить морсик на ручке. Да, ты можешь. На ручке. Договорились пить морсик и кушать круассанчик. Да? Маринечка вот тут на полу повалялась. Ну, как без этого? Никак, наверное. Ой, ты моя любовь. Все, пойдем. Куда мы идем? Детский.